сегодня мы можем отметить, что теремок, Вологодский теремок является нашей визитной карточкой. В этом театре воспитывалось не одно поколение детей, взрослых. То есть все дети, которые посещали спектакли нашего кукольного театра, потом потихонечку переходят в ТЮЗ, переходят в драматический театр, а потом вновь возвращаются сюда уже со своими детьми. Это, наверное, можно сказать во мне. То есть я также пришел сюда, через какое-то время пришел и вернулся обратно. Вернулся не только со своими детьми, но и посмотреть те спектакли, которые, можно сказать, взрослые спектакли, которые также принесли славу Вологодскому театральному искусству на не только общероссийском, наверное, так сказать, общероссийском формате, но и на международном уровне. И сегодня именно такой день, который позволит подвести некоторый итог этого 80-летия и, наверное, поставить задачи на будущее 80-летие. Вот этот букет цветов и приветственный адрес от губернатора Вологодской области Олега Кушинникова я хочу вручить Елене Алексеевне, бессменному руководителю театра. Ну и мы подготовились с коллегами в департаменте, готовили целый год и решили подарить два подарочных сертификата на проведение ремонтов нашего театра. Сумму говорить пока не буду, но она значительная, вы знаете.